Привет всем, друзья, меня зовут Альтер, вы находитесь на канале Check It Out, а это прослушка. Это прослушка, чуваки, всем салют. Как вы могли заметить и услышать, у меня нет, наконец-то, петлички. Я приобрел вот такой вот микрофончик себе на первое время. Сейчас его будем тестировать. Все это благодаря моим подписчикам, за что я хочу вам сказать спасибо за поддержку. Надеюсь, в скором времени приобрету камеру и будем уже снимать всякие стримы и так далее и тому подобное. Вот, ну а теперь вернемся к прослушке. Это, кстати, второй дубль, я забыл первый раз включить микрофон. Ну, голос-то точно должен хорошо... стоп, я же не записываю... Капец. Надо привыкать, короче, к съемке. Вернемся к прослушке. Давно ждал я ремикс-пак от музыки 36 на песню «Талия». Лучший ремикс, который они выбрали, один какой-то они не смогли выбрать, но я постараюсь. Не знаю, посмотрим. И еще я пропустил, оказывается, песню «Женщины». Не прослушал, вот, мне писали, типа, алло, камон, ты чё? Почему так часто пропадаешь? Вот, короче, так, давайте заценим и начнем мы с песни «Женщины». Так, интересный бит. Это все потому, что трек «Райды», поэтому такой ритм. Ну, что-то не знаю пока. Скриптонит только на припеве, да, у нас тут? Ну, норм, но... Не прям вау, огонь. И у скриптонита тут какой-то эффектик. В своем репертуаре вообще, чувак. Ну вот у Трувера поинтереснее. Он интереснее звучит. Но жаль, его мало. Звучок, ну вот сам сэмпл, как будто что-то напоминает. Скриптонит за свое. Это... Тут надо было группу Скриптонит еще дописать. Нравится мне, когда так мешаются слова. Женщины — прекрасные создания. Спасибо им, что топят лед в наших сердцах. Спасибо Труверу за интересный парт. И все. Ритм... Ну, короче, я этот... Ну, понимаю, что не мое. Вот если «Райда», то это не моя музыка. Не для меня. Ладно, давайте не будем тянуть. Переходим к ремиксам. Раз, два, три, четыре, пять. 5 ремиксов. Поехали с Bad Dape. Бас хорош. Крутой бит. Вот это качает прям нормально. Еще звучок. Тоже такой, ну, знает, хип-хопчик нулевых. Ну, такое ощущение, как бы. Может, ошибаюсь. Но очень круто, даже оркестровые тут. Не, ну реально, ощущение, будто хип-хопчик нулевых, понимаете? Ты
сейчас мы слушаем чисто биты. Ну вот, я просто вспомнил сейчас то, что Райда реально тут круто, так прикольно зашел. Клево, вот этот парт мне очень нравится. Вообще, респект за струнные. Изменилось, да, по-моему, что-то? Короче, это вообще очень даже хорошо. Круче оригинал. Так, Rock Slice. Легко, спокойно начинается. Даже интересно, ну, что сейчас будет. Такое лайтовое, прикиньте, вообще. Бит, в принципе, неплох, но мне кажется, он не подходит. Я такой знаток сижу, тут есть что-то, да. Ну, просто я говорю свое мнение, свои ощущения. Но бит, он интересный, но как будто бы не для такого исполнения. Особенно на припеве. Тут вот, ну, слышите, да, какое исполнение? Италия, вот это все. И как-то все так тихо, лайтово, спокойно. Но то, что он делает, какие инструменты добавляет, это, конечно, прикольно. Сам бит хорош. Так, ну, пока... так, норм. Бит хорош. Я 100 раз, наверное, это скажу. Очень интересный. Но такое ощущение, будто не для этого текста, не для этого исполнения. Так, еще одна тема, но уже тут гитарочка нас встречает. Ну, похоже, наверное, будет сейчас. А, такой более танцевальный. Так, ну, в общем, этот бит понравился меньше, чем предыдущий. Давайте дальше, короче. Хаттаф. Хотя... Хаттаф. Или... Зотаф. Зотаф. Не нравится, когда так ускоряют. О-о-о-о. Вообще не моя тема. Все понятно. Окей, удачи. Так, Алонзо. Так, электронщина. Короче, походу первый самый топчик. Ну фиг знает, что сейчас тут будет, конечно. Все как-то они вот со второго похуже, хуже, хуже. Ну, тоже неплохо. Прикольно сделал. Такой красивый проигрыш в конце. Так, ну что скажем. Первый, который я прослушал, Bad Ape. Вот мне кажется, это самый идеальный вообще ремикс. Не знаю, как вам, я говорю про свое мнение. Вот второй для меня это Alonzo. Третий Rock Slice. Потом Soul Flow. Они просто похожи немного, как мне показалось. И, ну, в конце, который я вообще даже не включал, это вот Хаттаф. Это просто мое мнение, у вас может быть другое, и это вообще просто ремиксы, но вот первый, который я добавлю себе, даже, наверное, оригинал он переплюнул.
Так, а где у нас оригинал? А, вот. Да, мне ремикс больше понравился, в общем. На этом все. Пишите ваше мнение в комментариях, какой ремикс вам понравился больше всего, или, может быть, все. Короче, встретимся в комментариях. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо всем за просмотр. Всем пока. Check it out.